Каждый человек, работающий в культуре, в ДК, рано или поздно задает себе вопрос: «А что я тут делаю? Зачем это все? Кому это надо, кроме меня?» Здание Приморского районного дома культуры находится в центре города. Самое высокое здание, пятиэтажное, с прилегающим к нему спортивным залом. Торжественное открытие РДК состоялось 25 июня в 1977 году, и ДК сразу стал центром всех культурных событий города и района. В то время все учреждения культуры выполняли миссию идеологического воспитания, укрепляли в сознании людей правильность линий коммунистической партии и правительства СССР. Был довольно приличный штат сотрудников, творческих и технических. Неплохая материальная база, добротная одежда сцены. Районное руководство не скупилось приобретать дорогие комплекты концертных и национальных костюмов, музыкальные инструменты, света и звукоаппаратуру. Творческие коллективы прославляли Приморск далеко за пределами Запорожской области. Организовывались выступления в Москве, в Киеве, на ВДНХ. Большая заслуга в успехах и творческих победах в то время принадлежала директору РДК, добрейшему Николаю Варфоломеевичу Корисандовичу. Был большой по численности хор, которым руководил Виталий Солдатов, в то время заведующий отделом культуры. Оркестр народных инструментов с дирижером Мироном Ходой. Все праздники сопровождались музыкой духового оркестра, а музыканты ВИА были кумирами молодежи и королями танцплощадок. Одним из главных требований руководства было наличие агитбригады, мобильной, легкой на подъем, задача которой с помощью сатиры высмеивать недостатки и отдельных вредных элементов. Через агитбригаду прошел каждый сотрудник ДК и с улыбкой вспоминает, как на стареньком кубанце объезжали фермы и полевые станы Приморского района. Была театральная студия, танцевальные коллективы, фотостудия, где участников обучали не только фотографировать, но и проявлять, печатать фотографии. Каждый год составлялся план с учетом всех существующих профессиональных праздников, календарных, государственных, а также график концертов, спектаклей, вечеров отдыха и гастролей по району и области. Мероприятий было так много, что годового журнала записывать итоги работы хватало только на один квартал. Жизнь кипела, и все сотрудники с энтузиазмом бросались на поиски талантов, репетировали, шили новые костюмы, сколачивали декорации. Свет всегда горел до позднего вечера. Горит он и до сих пор. И также собственноручно шьются костюмы. И также из ничего готовятся декорации, пишутся фонограммы. Правда, кое-что изменилось. Изменилась страна. Сократился штат, выросли цены. Сильно урезался бюджет, зато увеличилось количество коммунальных проблем. И только одно остается неизменным – энтузиазм и оптимизм сотрудников. Мы здесь, мы нужны, к нам всегда идут зрители, к нам бегут на занятия юные дарования, мечтающие о большой сцене. Сюда торопятся ветераны попеть, пошуметь, почувствовать себя неодинокими. И пусть уже нет тех прежних масштабов и хоров в три этажа, но есть что-то другое, более камерное, современное. Есть свобода. Мы сами вправе выбирать репертуар, проявлять свою творческую индивидуальность, ставить спектакли по собственным сценариям. Разве не об этом мечтает каждый, кто пришел в эту профессию? Кто смог себя успешно реализовать в чем-то другом? Ушел из ДК, но не из нашей жизни. Мы всегда будем родственными душами с Надеждой Клименко. Ее стаж в культуре почти 40 лет, из них более 20 в должности заведующей районным отделом культуры. Наталья Захарова, выпускница института, она пришла в 79-м, а с 1988 по 92-й наш заботливый директор РДК, сейчас директор музея. Еленой и Виталием Прокоповыми. Под руководством Виталия оркестр достиг своей лучшей творческой формы. Мирон Хода, Виталий Солдатов и сейчас остаются друзьями ДК. К сожалению, ушли из жизни наши любимые баянисты. Георгий Белокос, Григорий Белаш, Петр Лаврик, Володя Белый. ДКовские художники, дежурные, музыканты. Тяжелой утратой стал уход из жизни в июне 2012 года Владимира Свидла,
Он был замечательным директором в течение 20 лет. Сумел в трудные 90-е годы удержать высокую планку РДК и вывести коллектив на новый уровень творческих успехов. С начала 2000-х Приморский РДК занимает лидирующие позиции по многим направлениям аматорского творчества. Но самое главное, что имеет истинную цену, это не аппаратура, не костюмы, хотя без этого никуда. Это люди, руководители коллективов, музыканты, операторы световой и звуковой техники. За последние 20 лет в РДК укрепился сильный, стабильный, дружный состав руководителей творческих коллективов. Каждый на вес золота. Если спросите, что для нас главное в работе, ну то же, что и для наших коллег. Полный зрительный зал, аплодисменты, улыбки, благодарность зрителей, талантливые участники коллективов. А еще, чтобы не попиралось достоинство сотрудников, а сохранялось к ним уважение, как к людям ранимым и недостаточно защищенным своим государством. И тогда мы готовы свернуть горы. У нас, кстати, неплохие результаты. Народным ансамблем русской песни «Сударушка» руководит заслуженный работник культуры Украины Галина Мартюшова. Она же является и руководителем клуба «Ветеран», и организатором нового вокального ансамбля «Перезвоны». В этом году «Сударушка» отмечает 15-летний юбилей. Ансамбль – лауреат многих международных фестивалей и конкурсов. Не раз принимал участие в отчетных концертах в Запорожской области в Киеве. На год старше, несмотря на юный возраст участников, детский образцовый ансамбль «Ладушки», неоднократный победитель международных детских фестивалей, руководитель Наталья Сталева. Кстати, талантливый дизайнер. Все 4 комплекта концертных костюмов сшиты ее руками. Образцовый ансамбль танца «Фейерверк», которым руководит очень ответственная и неутомимая Виктория Ишкова. Грамоты и дипломы коллектива уже не помещаются на двух стенах танцкласса. В хорошей творческой форме находится и вокально-инструментальный ансамбль, сольные концерты которого собирают полные залы поклонников. И в этом большая заслуга музыканта и композитора Сергея Куцевляка, а также аранжировщика, пианиста, саксофониста Виктора Артамонова. Успешно выступает на концертных площадках города и обслуживает курортную зону Азовского побережья народный эстрадный оркестр «Диксилент», которым руководит Владимир Чуб. Звонкие голоса вокального ансамбля «Джазикул» слышали не только в Украине, но и в Польше, и в Болгарии. Ансамбль отмечен многими наградами. Среди них и диплом победителя областного конкурса вокально-хоровых коллективов 2014 года. Руководит ансамблем директор Александр Семененко. Своими талантливыми постановками радуют зрителей наши молодые хореографы. Сестры Анна Водвуд и Татьяна Одинокая. Ансамбль танца «Премьер» – украшение всех концертов РДК. Свои первые, но уверенные шаги делает на сцене совсем молодой ансамбль танца «Арабеск», где начальную школу хореографии преподает Анастасия Савон. Не каждый ДК может похвастаться таким большим количеством одаренных солистов, которые выросли на нашей сцене и достойно представляют Приморский РДК на всевозможных фестивалях. Большую роль в развитии национального болгарского искусства сыграли супруги Элеонора и Марьян Васильевы, преподаватели из Болгарии, которые по контракту работали в Бердянском и Приморском районе в течение 10 лет. Создали на базе лицея образцовый ансамбль танца «Приморский жар» и клуб любителей болгарского хоро «Фольклорна магия». Благодаря им в наших домах культуры появились танцевальные костюмы и приглашения на участие в международных фестивалях в Болгарии, где наши коллективы имели большой успех. И без лишней скромности надо заметить, что место проведения Всеукраинского фестиваля национальных культур «Мы украинские» выбрано не случайно. Кроме удобного территориального расположения, есть еще и квалифицированный творческий потенциал. Ведь вся организация, открытие и закрытие фестиваля ложатся полностью на плечи районного отдела культуры. А на сотрудников РДК возлагается самая большая ответственность в концертной программе максимально ярко и красочно представить всю палитру национального творчества Приморского района. Быть в списке концертной программы для каждого коллектива – это результат многодневного труда и вопрос престижа. Зрители нас любят, благодарят и вдохновляют на новые творческие проекты. Один из них и, пожалуй, самый любимый – это «Новый год». Ни один театр
не может похвастаться такой многочисленной актерской труппой, как наш РДК. В новогодних мюзиклах принимают участие все коллективы – вокальный, танцевальный, драматический. Бывает до 80 человек. Сценарий, как правило, рождается в голове режиссера и художественного руководителя Юлии Свитла, а все сотрудники превращаются в актеров, декораторов, композиторов и портных. И в этом преобразовании, в этом единстве и сказочной атмосфере мы находимся несколько дней, давая по 2 спектакля в день. А когда в финале на аплодисментах опускается занавес, и все участники визжат от восторга, мы понимаем, главное даже не то, что зрителям понравился наш мюзикл, а то, что мы видим в глазах наших маленьких и больших артистов. Неподдельное счастье. Ведь ради этих нескольких минут, проживших на сцене, они часами трудились в репетиционных залах, спешили сюда в любую погоду, в чем-то себя ущемляли, но в итоге получили гораздо большее. Друзей, тепло, родство и еще что-то важное, эмоциональное, что не передать словами, а можно только почувствовать. Трепетное прикосновение к искусству. И мы знаем, где бы в будущем не оказались наши воспитанники, но эти счастливые мгновения на сцене РДК они не забудут никогда. Может быть, это и есть ответ на вопрос, что мы тут делаем? Живем!